Всем привет, у нас в продаже появляется Renault Duster 2019 года выпуска с объемом мотора 2 литра, который дает 143 лошадиные силы, один владелец, пробег 85 тысяч километров. Сзади рация 90 чехла, в хорошем состоянии. Передняя рация не также в хорошем состоянии, все так же в чехлах. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. Два электростеклоподъемника. Пробег у нас 85 тысяч километров, центральный замок. Хорошая штатная мультимедиа с блютузом, кондиционер, переключение привода, также розетка 12 вольт, эко-режим, электрорегулировка зеркал, подстаканник. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контактные данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе Дрин, либо в автокредит. А находимся по адресу Студенческая 2, автосалон Зипа Авто. Всех ждем.